Я первый раз в Азербайджане и очень благодарен моему давнему другу и давнему товарищу по театральной работе, моему режиссеру Камрану Шахмардану. Я и представлял себе, что такое Баку. Ну, книжек много читал, много чего смотрел. Но это сейчас оказалось совсем... Я увидел и то, что ожидал, и много-много сверх того. Конечно, просто поражает энергия, с которой этот город тянется вверх. Мне довелось вместе с Шахмарданом делать одну его пьесу в Петербурге. Спектакль по пьесе «Убийца Личина». На этот раз это пьеса «Игры дьявола». Пьеса интересна. Премьера 16 марта. Мы знакомы с ним уже лет, я боюсь соврать, буду не очень точен, лет 10. За это время сделали порядка, наверное, даже больше 10 спектаклей вместе. Сделали их в Европе, в Петербурге, в Сибири.